Так, 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 переворачиваю камеру и... Good morning to everyone! Добрый день. Ой, Анюточка, вижу тебя, моя хорошая. Приветик, Мариша. Привет, 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 привет всем. Приветики всем. Все, давайте, что происходит у вас? Как у вас настроение? Как вы готовитесь к Новому году? Пишите, рассказывайте. Готовьтесь. Я сегодня встретила Деда Мороза с утра. Маленького Деда Мороза, вот такого вот. Мы с ним повеселились. Я даже пост выставила. Посмотрите. Да, Дед Мороз вообще такой позитивчик был с утра. Он мне так поднял сегодня настроение, прям вот тут. Меня прям распирало, я бежала, покупала. Я дома не буду встречать, но говорят, что в год крысы обязательно должна быть накрыт стол, чтобы всегда был достаток, чтобы приносящий удачу крыса не сбежал от пустоты. Они от пустоты бегут. Они в изобилие приходят. Вот. И завтра Новый год. Поверить в это не могу, мои хорошие. Вот поверить в это не могу. Это просто unbelievable. Unbelievable, но это правда. И встретим его как можно веселее. Какая ты сегодня веселая душа. Ой, мне что-то жарко. Надо снять куртку. Сейчас, девочки, курточку сниму. Мне прям вот, прям жарко-жарко. Простите, простите, простите. Sorry, guys. Сыра побольше, мышки. Да, сыр надо купить, кстати, вы правы. Сыр же любит мышка-то. Мышка-то любит сырочек. Я пришла. Не знаю, смогу ли я попасть в тот отдел, где... А, наверное, не смогу. Потому что надо иметь билет, чтобы туда пройти. Я сейчас иду мимо вокзала. Смотрите. И здесь я хочу вам показать. Наверное, меня туда уже вовнутрь не пустят, потому что туда пускают только с билетиками. А вот. Но я постараюсь с улицы вам показать зону, ну, где вот ждешь вот поезд. Зона отдыха, может быть, как она, я не знаю, как назвать. Вот проходишь, и хочу показать, как они ждут свой поезд. Это просто, мне так нравится этот вокзал. Смотрите на китайцев. Все куда-то бегут, 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 бегут. Посмотрите. Это просто прелесть. Посмотрите, какие кресла. Они делают массажи. Смотрите. Вот так вот сидишь и ждешь свой поезд и делаешь себе массаж. Круто, просто круто. Вот. Вот такой вот зона ожидания поезда, комфорт-класса у них. Комфорт-класс.
Да, ну дальше я уже не пойду, я лучше вернусь туда. Это я просто специально сюда пришла, чтобы вам показать. Я иду-то я совсем в другое место. Да-да-да-да-да-да-да, Мариш, вы посмотрели цену платья? А, нет, ты еще не посмотрела, посмотрю. Так, здрасте, жду ваших сторис. О, сегодня сделаю. Так, супер, вумен Мариша, вы только вошли, у меня настроение зашкалило за 1000%. Но вы знаете, что сейчас какая-то беда с Инстаграмом, оповещание о том, а вы получаете оповещение о том, что я зашла в Инстаграм, ну, в эфир? Вот, сейчас Инстаграм блокирует. И Инсталайв, когда ты заходишь в Инсталайв, у тебя оповещение не приходит, ты не видишь. Ты должен быть или хорошим другом человека, вот лучший друг, по-моему, или что-то в этом роде, чтобы оповестили о том, что ты зашла в Инсталайв. Это и заметно уменьшились люди в эфирах из-за того, что они не видят. Это вот мне так объяснили, и очень многие пишут: «Мариночка, я не вижу ваши эфиры, я ничего плохого про вас не писала, почему вы меня скрыли от меня эфиры?» А на самом деле я не скрывала ни от кого никаких эфиров, просто это вот политика Инстаграма какая-то новая сейчас. Вот так вот. Зал ожидания, да. Зал ожидания комфорт-класса. Зона отдыха, я говорю. Зал ожидания, да. Мандаринки вкусные, очень вкусные. Нет, я не получаю. Вот никто не получает, вот вы... Я не знаю, вот что случилось, никто не получает оповещение о том, что мы заходим в этот... О, Марина Цитаева, привет, моя хорошая. Не получаем оповещание, никто не получает. И у меня прям каждый день пишут, почему это вы не удалили меня, почему вы ушли, значит, ну, скрыли от нас эфиры, мы вас не видим. А на самом деле от вас все зависит. Это вам надо что-то сделать. Где-то говорят, на три кнопочки, на три точечки нажать и типа сделать, добавиться в лучшие друзья. И тогда будет типа проходить там вообще. Я так поняла. Я в этом не очень уверена пока. Я это уточню и обязательно по этому поводу сделаю эфир. Это раз. Но если вот это так будет продолжаться, то... Наверное, буду выставлять заранее о том, сторисы заранее о том, в какое время я выйду в эфир, чтобы вы меня ждали. Вот. Видите? Вчера было оповещение, сегодня нет. Да, вот так вот. Манечка, дай бог вам здоровья, спасибо вам большое. Это у многих... блогеров я слышала, нет оповещаний, да. Добрый день, Маришка, спасибо вам за настроение с утра. You welcome, my dears. Я как могу. Мне было весело, мне было, ну, как-то он поднял настроение и подумала, что вам тоже это поднимет настроение. Я решила выставить, да, для вас, мои хорошие. У меня ничего не изменилось, оповещание приходит. Ну вот сейчас вот потихонечку это исчезает у всех. Исчезает. А вот. Это мы должны добавить, правильно? Да, в лучшие друзья вы должны добавить меня. Манечка, как у вас настроение? Настроение замечательное, хорошее настроение. Есть оповещание сегодня, хорошо, да. Надо сторис, надо
выставлять заранее. Все, я поняла. Мариночка, я вас всегда с удовольствием слушаю. Мы вас всегда ждем в эфире. Вы знаете, вчера через Лилиного телефона зашла в Лео Ковалевский, потому что Лео Ковалевский я везде заблокировала, со всех моих этих, у меня она заблокирована везде. А вот. Значит, я захожу к ней через Лилиного инстаграма. Зашла, посмотрела, почитала, ахнула. Это что за такие страшные люди, такие страшные хейтеры там сидят? Пишут, вот где правда? Кто сказал, что все, что говорит Сас, я не знаю, его имя запрещено говорить мне, вот его имя запрещено, и говорить не хочу, не буду никогда. А вот, но все, что он говорит, где гарантия, что это правда, что таких вещей люди пишут? Вы, ну что с людьми происходит? Ну это ангелы, вот ангел такое не напишет. Это просто дьяволы. А как может дьявол осудить человека? Я не могу понять. Вот. Если даже они меня считают дьяволом, таким же, как они, ну чё ж уж своих-то осуждать тогда? Потому что если бы они были ангелами, если бы они были нормальными, если бы они были адекватными, ну разве ж бы они такое писали бы? Это же ж просто страшно читать. Так, ну мы с удовольствием добавим бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. С удовольствием добавим лучше же. Ни хай, но нот ни хай. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Это ты хороший, ни хао. Это так они здороваются. Ты хороший. Вот так вот. Так, так, так. Надеюсь, что хорошая связь. Маша, куда мы идем? Но я пошла, значит, смотреть сережки девушке, которую выиграл сережки. По-моему, Елена, по-моему, ее там зовут. Елена, вот я решила ей выбрать сережки, потом пофотографирую, скину ей варианты. А она еще мне сказала, что хочет браслет Cartier. Может, она на браслет Cartier типа поменяет. Может, не захочет сережки. Ну, в общем, будем сегодня думать, что ей брать. Что ей брать? Будем об этом... Будем кумекать будем. Ой, мне вот этот браслет очень нравится Cartier. Прям обожаю ее. Какие-то. Ну, здесь я не могу сказать, что мне прям очень нравится все. Серебро или золото? Есть серебро, есть золото, есть бижутерия. Вот. Небольшой стол будете накрывать? Да, да, да. Я накрою маленький такой столик. Всего положу там фруктов, там шампанское поставлю, два бокальчика поставлю, там сыра положу. Вот. И пусть встречает нашу крысу. Пускай встречает.
Да-д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 а-
Так, добрый день, с наступающим вас, и вас наступающим, мои хорошие, и вас наступающим. Ой, как мне понравилось, девочки, вот это, вот она вот на этом. Какая она шикарная, посмотрите. Я бы с удовольствием такое носила. Oh, this is very beautiful. How much is this? Is it Bulgari? Yeah, this is Bulgari. Так, Алина, так, так, так. Коммуна, привет, красиво. Так, купи. Ну, я пока смотрю. Что такое купи? Это вообще что? Вы почему так общаетесь? Так, купи. Смотрю, выбираю. Хочу хорошую купить. Ты что мне приказываешь, так купи? Что-то вообще такая бестактность, такая вообще ужас какой-то. Где будете отмечать Новый год? Новый год мы будем отмечать, я как и говорила, в Росвуде. Вот. Завтра в 8 часов мы должны быть там, у нас заказан столик. Я там буду до часу, максимум час 30 уеду, уйду. Do you have this kind of perfume? This one. How much is this? Can I see? You want? It's a price, okay? Okay, okay. But I need big one. Вы лучшие, я вас обожаю. Нет, спасибо. Так, вы видите на... Yes, yes, yes. Is it? I want the same color. Is it big one? How many centimeters it is here? You can see. Send your size. Wait, please. Подождите 5 секунд, девочки, подождите. Марина, в Китае где? Доширак. К сожалению, нету доширака здесь. Я очень. This is mine, right? Yeah. It's not good here. I don't like. I'm sorry. Sorry. Окей, мне немножечко не понравилось. Я получше что-нибудь найду. Приставочки зачем такие, как у клоуна? Китайскими стразами. А с чего ты взяла, солнце мое, что это китайские стразы? Я его в Гонконге брала, а в оригинальном бутике со скидкой. Вот ты с чего взяла, что это китайские стразы? Я ее брала вот в оригинальном бутике, просто оправу брала. А вот в Китае я только линзы ставила. Тоже сидишь там, умничаешь, чмошница. Вы в новогоднюю ночь выйдете.
Я не знаю, может выйду, может и нет. Потому что, ну, что-то же должна быть не только для меня, лично для меня. Я тоже хочу наслаждаться своим Новым годом. Но какие-то сторисы я там выставлю. Но не могу же быть с вами. Во-первых, у нас очень разное время. Вы в это время будете готовить. Когда у меня пробьют куранты 12 часов, у вас будет... У вас будет в это время 7 часов вечера еще. Вот, поэтому нам будет неинтересно, потому что вы только готовитесь в это время, а я уже встречать буду в это время. Угу. Так, 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 так. Не сорим. Потому что не модно это. Ты, чего ты? Имиджмейкер, блин. И стилист. Откуда ты знаешь, что модно и что не модно? Донателло Версачи, блин. Сидит тут и говорит, что модно, что не модно. Откуда ты знаешь, что модно? Зайду-ка я посмотрю на твой этот... Do you have this big one? Mm? Big one. Big size. Do you have big size? Yeah. How much? Mm-hmm. This many and diamond and this. Diamond, right? Yeah, is it diamond? And what is this? This something this. That what is the name of this? I don't it's understand. Cartier. I understand it is Cartier. This is diamond, the white one. But what is the black one? Okay. So. Модная бабушка. Но я тоже вижу, что на тебе одно. Китайское тряпье. Да, конечно. Вот ты, у тебя даже китайского тряпья нет. Поэтому, what is this? Так. Ага, кармиц. I don't know, I have to translate it. К вашему сведению, вообще все... Okay, I will come back. Can you give me your visit card, please? Do you have? Не обращайте внимания на них. Нет, я не могу не обращать на них внимания. Они когда говорят, что я в китайских тряпью, если бы у них был такой опыт и такая возможность, если бы они могли такую жизнь прожить, чтобы они могли прикоснуться к тому, к чему прикоснулась я, то им бы, они бы были счастливы. Но никогда им этого не светит, потому что жопы свои они поднимать не могут, и они могут только сидеть в телефоне и обсирать людей. Это вот душой нищеброды, душевно больные и вообще далеко не нормальные люди. К сведению, Карина, я хочу сказать, что представьте себе огромный мир, и только Азия сколько покупает, сколько здесь людей. Вот. И как вы думаете, одна маленькая Европа может отшить настолько людей? Естественно, все это отшивается здесь. Естественно, мы прикоснулись к этому изнутри и вообще с другой стороны, ежели вы, со стороны ЦУМа. А вот. Поэтому таких умников, как ты, в жопу, вот, и умничать тут не надо. Делайте свое дело профессионально и к другим не лезьте. Они специально вас выводят на эмоции, не стоит так реагировать. Нет, они должны знать свое место. Эти вот чмошники, они должны знать свое место, которое ничего в жизни не видели, не понимают.
Марина, это же засланный казачок. Не видите, сомневаюсь, что и засланному казачку я скажу правду, и не засланному казачку я скажу правду. И мне вообще за мной не заржавеет. Карина, лучше русский язык поучите. Одни ошибки. Ну неужели ж нормальный человек будет такое писать? Конечно же, душевная нищебродка. Человек, которая ничего не достигла и вообще не имеет представления ни о чем. Такой человек умничает, сидит там и чего-то хочет, чтобы она чего-то из себя представляла. И вот она привлекает вот таким образом к себе внимание. Ну какой ценой? Красивые очки, Карина, вы модная, наверное. Нас все надо говорить. Не стыдно. Не стыдно так говорить, Карина. Ну давай, Карина. Женщина злобная. Да, лол. Правда, что лол. Ну такая, как ты, открывает рот. И кому-то чему-то учит. Еще и говорит, что чего-то не в моде. Мода не вечна, стиль модный. Это мой стиль. И к этому не надо придираться. Я к твоему не придралась никак, ни разу. И не собираюсь. Мне вообще насрать, извини за выражение, в чем ты одета. Магазин там есть классный. В Китае то, что есть в Китае, во всем мире нет, потому что все деньги в Китае, конечно, они могут себе позволить себе все. До китайцев многим еще как до Луны пешком. Так что умничать. Прежде чем умничать, надо хотя бы прочитать мировую экономику, понимать, где, что и как, а потом уже рот свой открывать. Я лишь просто высказала мнение, а ты сказала, а ты позвала меня чмошницей. Твое между мнением и оскорблением, знаешь что, пропасть моя дорогая, твое мнение вообще не актуально здесь. Смешно, Кристо, смешная только ты тут. Так, Марина, Валера на проект по эфирам сегодня заходит. Я так рада. Да. Правильно, Нинель говорит. Китай одевает весь мир. Ты душевная нищебродка. Была бы не нищебродкой, душевной нищебродкой, ты бы вот здесь вот этого вот не писала бы. В канун Нового года, в канун праздника у тебя бы было другое настроение. Раз у тебя вот такое настроение, значит, ты душевная нищебродка. А это хуже всего. Здрасте. Мальчика, с наступающим Новым годом. Спасибо вам, Татьяна Владимировна, никогда никак не открывает подписчиков. Татьяна Владимировна, так никогда не открывает подписчикам. Подписчики подписчикам рознь. Вот так уж Татьяна Владимировна положит подписчикам махноногие и всякого разного называет. До нее мне еще расти надо. Вот, по тому, как надо чехвостить хейтеров. Зачем я должна? Значит, кто-то во мне будет кидать грязь, какую-то ерунду мне писать, а я должна... Ой, как некоторые... И вам, и все равно вы хорошие, и все равно я вас люблю. Ни один нет, я не такая. Все равно я вас не люблю. Я вас люблю, тех, которые в нормальных отношениях адекватно ко мне относятся, которые пишут гадости, я вас не люблю. Пардоньте. Thank you.
сплошная грязь. Надоело уже. Выходи, пожалуйста, выходи. Вас никто не держит. Мы вас любим и уважаем. Спасибо вам. Ну ты глупая, Триста. Знаешь, действительно, да, что опустилась на твой уровень. На уровень чмошной, низкого уровня человека, вот, которая вообще ничего в жизни не видела, и от своей злобы и захлебывается, и ничего не умеет. Ой, кстати, сейчас же прочитаю, я даже сохранила. Даже сохранила про таких, как ты, которые здесь... кнопочные королевы, которые сидят и гадости пишут. Что тебе заставляет писать гадости? То, что ты несчастная. Несчастная. Если ты несчастная, то возьми себя в руки, подумай, поменяй свой образ жизни, делай что-то, и у тебя времени не останется кого-то обсирать, кого-то осуждать, кого-то обсуждать. Раз у тебя на это есть время и желание, значит, ты глубоко несчастная особа. Зачем стоять на один уровень такими подписчиками и стоять в ответ оскорблять? Вы знаете, я вам скажу, что? Я вам скажу одно. Вы такая умная на словах, а на практике, если каждый день вы такое будете получать от кого-то, от каких-то вот несчастных людей, вы тоже так же поступите. Не надо тут умничать. Умничать не надо. Знаете, я бы тоже умничала, если бы я была на вашем месте. А вот... Написать красиво, вот так вот, показать себя. Вот я так, а зачем? А затем, что уже надоело. Марина, вы правы, однозначно права. Марина, мне очень еще понравились туфли красные, там у них на носочке. Сумочка висит, а, Дольче Габбана, да, очень хорошая, кстати, не слушайте ее. Оскорбление, когда ты мне пишешь, что китайские дешевые стразы, ты знать не знаешь, где ее купила, мне, сука, тебе чек прислать, что ли? Это не оскорбление для тебя, а для меня оскорбление или обвинение в чем-то. Вот и назвала тебя чмошница. Чмошница, потому что ты считаешь, что на кого-то, значит, китайское это дерьмо. Кто-то считает себя выше всех. Кто ты? Ты кто? Вот и знай свое место. Наша. 93. Что там самое умное, что ли? Ну не говори, сидит там. Четыре русский язык. Знаете, Деда Мороза и улыбнитесь. Ну, лучше русский язык подучи. Так, не нравится, не читай. Ничего не портит перед праздником. Вот мне вообще тебя читать неохота, вот пошла ты в жопу. Все, давай, до свидания. Вот, не нравится, не читаю. Вот и не буду читать теперь. До свидания. Все. Что за люди? Я тебе сказала, что очки не прикольные, а ты? Здорово, какая ужас. Ты не сказала, что очки не прикольные, ты сказала с китайскими стразами. А чем китайские стразы такие чмошные, такие плохие, такие вообще... В Китае, ты думаешь, нет хороших товаров, или Китай такой нищий, или Китай такой вообще не продвинутый.